Сотрудники полиции каждый день сталкиваются с преступлениями, погружены в решение проблем множества людей. Не случайно поэтому работа психологов с личным составом – необходимая составляющая в их деятельности. Подробности далее. В департаменте полиции Северо-Казахстанской области действует группа профессиональных психологов. В центре внимания специалистов – психоэмоциональное состояние сотрудников. В программе занятий множество конкурсов и упражнений. Подобрать положительное определение для каждого из коллег, воспроизвести рисунок по описанию, передать информацию жестами. Сотрудник полиции расслабляется, эмоционально развивается, обретает для себя что-то новое. Это очень полезно. Сотрудники получают положительный опыт, положительные эмоции. Такие занятия помогают психологам оценить атмосферу в рабочих коллективах, а сотрудникам по-новому посмотреть друг на друга, укрепить взаимное доверие, развить лидерские качества и повысить стрессоустойчивость. Около 20 человек. Это комфортное количество для проведения эффективного тренинга. Сегодня наш тренинг направлен на командообразование, тимбилдинг, сплочение коллективов, оздоровление, снятие психоэмоциональных нагрузок, которые сотрудники получают ежедневно в ходе работы. Многие упражнения можно использовать в повседневной практике. Например, берется максимально отрицательная ситуация и ставится задача найти в ней максимум положительных моментов. Выработка подобного позитивного подхода – часть работы по личностному росту, без которой немыслим образ современного полицейского. Кирилл Потемкин при содействии областного департамента полиции.